Целый водный спецназ отправился сегодня в рейд по акватории Волхова и озеру Ильмень. МЧС, рыбоохрана и служба судебных приставов. Проверяющих оказалось больше, чем нарушителей. В очередь. Не, только удостоверение на право управления. Ситуация действительно забавная. На одну лодку рыбаков сразу две лодки проверяющих. В них три службы, у каждой свои задачи. Например, для сотрудников рыбоохраны подобный рейд в этом году первый. Ищут рыболовов-нарушителей. И напоминают, ограничения есть не только на орудия лова. Суточная норма на гражданина, чтобы не превышала 10 килограмм разнорыбицы, 5 экземпляров судака и 5 килограмм щуки. Также промысловый размер рыбы, чтобы маленькую рыбу отпускали в среду обитания. Ищут на волнах и должников. Судебные приставы отмечают, здесь их немного, поскольку у владельцев маломерных судов меньше, чем, например, автомобилистов. Но поблажек нет. За долги можно лишиться лодки прямо на воде. Ее отправят на штрафстоянку. А у спасателей тем временем своя задача – проверить документы на судно и соблюдение правил плавания. Признаются, нарушители встречаются. Лодку не конфискуют, но последствия будут. Составляется административный материал, и в зависимости от нарушения там уже выписывается либо предупреждение, либо штраф. Совместные мероприятия, отмечают спасатели, гораздо эффективнее. Проверка получается комплексной. Сегодня нарушителей не встретили, но, как говорится, еще не вечер. Рейды проходят ежедневно, да и больше всего лодок появляется на реке в выходные.